Моя кроватка. Незаправленная, но, кстати, вот этот вот комплект от меня подарила его мама, купила просто где-то там на рынке. Приезжает мужчина. Я показывала в каком-то влоге, вам уже не помню, как он там называется, но классный. Хотя, честно говоря, я ее просила, чтобы не было никакой полосочки, потому что я не люблю разные полоски. Он чуть-чуть полоску, но он такие цветы красивые, он такой классный, мне так нравится. Он, кстати, очень классно подходит под эти обои. Хотя обои по сравнению с ним кажутся какие-то тусклые. Блин, не помню, поздоровалась я с вами. Всем привет, с вами канал Артмания. По-моему, я забыла. Блин, я просыпаюсь, знаете, каждое утро и прям вижу эти обои, прям мне так на душе классно. Мне так весело, так уютно, так нравится все. Вот, сегодня еще, правда, свой штатив увидела. Это переворачивалось, когда открыла глаза, вообще не поняла, что это такое, кто это стоит и на меня, вернее, не на меня, а куда-то там смотрит. Вот. У нас уже утро следующего дня. Вчера я приняла душ, мои полотенчики висят. Помылась, все, постирала, поменяла, вернее, постельное белье, все полностью. Ну, я всегда так делаю. Вот, сегодня что хочу вам сказать. Такой вот селедку, помните, я рекомендовала. В прошлый раз купила со скидкой за 99 рублей, а так она стоит 150. Ну, целых 50 рублей разница. Эхо даже слышно мое. Короче, она оказалась пересоленая. А, мы ее, кстати, с вами вчера делали. Лук я добавила и подсолнечное масло. Ну, лук же не будет пересоленый. Подсолнечное масло не будет пересоленое, правильно? Короче, со скидкой она была пересоленая. Блин, знаете, тут даже написано слабосоленая. Слабой соли. Она пересоленая. В последнее время мне начинает казаться то, что те продукты, которые продаются по акции, они, скорее всего, плохие. Мне начинает уже, честно говоря, страшно покупать их по акции. Лучше подождать и купить дороже. Потому что может оказаться говном. Мне всегда, кстати, казалось, что если продукт продается по акции, значит, его мало покупают. И, то есть, магазин старается сделать так, чтобы человек подешевле купил, попробовал, ему понравится и купит дороже. Ну, нет. Нет, это мы выбрасываем. Это я вам чисто показала. Ее, конечно, я выкину. Я уже там все приготовила себе. Вот так мы живем. Мусор приготовила. Здесь, кстати, он стоит. Как ее? Сломалась. Кофемолка, что ли? Да-да-да, кофемолка. Мы ее с вами покупали. Она сломалась уже. Все. Так, здесь у нас с вами кухня. Шкафы вот эти убирать не стали. Они, в принципе, мешать, наверное, не будут. Вот. Ну, не знаю, правда, как там мастер подлезет туда. Все вот это вот уберет. Все, короче, поубирает. Вот. Такое вот пятно свекровь в мешок положилось с чем-то. Что-то упало, протухло. И, блин, я больше никогда не буду там мешки складировать. Я-то клала туда чистые мешки, а она положила грязный мешок с чем-то. И что-то выпало, протухло, там разлилось. Грязь какая-то появилась. Ой, блин, кошмар. Вот фильтр. Фильтром, по-моему, даже можно пользоваться. Потому что он включал его. Там же, по-моему, один. А, там два кранчика. Ну, посмотрим, видно будет. Мастер придет, я ему скажу, как скажет. Как скажет, так и будет. Вот. Так, кухонную гарнитуру. Я не помню, вчера я показала или нет, но было здесь темно. Вот он весь стоит разобранный. Помогала я, конечно, перетаскивать вот эту тумбу. Помогала и вот та, наш прям до туда длинная. Здесь вот, смотрите, что. Вода, то есть, попала все равно каким-то образом. Она попала. Хотя я кухонную гарнитуру очень сильно протираю от влаги, но попала, видите. Все сразу пузырилось. Этот, кстати, кухонный гарнитур, не поверите, за 100 тысяч. За 100. Вот. Хотя он такой небольшой совсем. И, в принципе, наверное, проще было бы покупать какой-нибудь пластмассовый, который или около раковины пластмассовой, чтобы ничего там не гнило. Хотя она просто разбухла. Хотя вот тут вот что-то темненькая. Не знаю. Панель.
Это как раз около плиты, она, видите, грязная. Я, наверное, на неделю, думаю, ее помою. Посмотрим, что там у нас. А, ну, вроде она стоит неплохо так. Вроде держится. Но надо ее, короче, помыть. Давно хочу ее помыть. Это когда свекровь приезжала, Женька был тут один, и он жарил на большом количестве подсолнечного масла яичницу, и она подпрыгивала. Когда она стояла там, у меня не получилось отмыть. Мама говорит, что можно сиф использовать. Что с сифом и губку перевернуть вот на другую сторону, где вот пожестче. Что можно потереть, попробовать. На неделю, наверное, я сюда залезу и попробую, потому что очень сильно хочу ее отмыть. И вроде я стараюсь уже не жарить. Думала, может быть, я, но у меня нету брызгов, я не жарю практически, очень-очень редко. Блинчики там, когда. Кресло мое, смотрите, куда удвинулось. Я сижу сейчас на кресле Женькином, которое у Димы в комнате было. И, честно говоря, оно очень сильно неудобное. Очень сильно, я очень сильно устаю, когда сижу на нем. А вот это вот старое, оно еще от старых хозяев нам досталось. Оно прям вообще классное, удобно. Оно широковатое, конечно, большое, но оно классное, мне очень оно нравится. Вот. Не знаю, потом, может быть, его обшить просто и все. О, Господи, да что ж я такая толстая, зацепляю там все. А вот здесь вот, кстати, вот тоже. Тут, кстати, вот тоже видна вот она полоса, как раз сколько на гарнитур стоял. Здесь они вот пилили, все вот это осталось, грязь. И вот тут, кстати, вот она, видно. Тоже пыталась, что-то вроде отмывать. Ну вот, особенно вот здесь вот черные пятна, это когда свекровь приезжает, видимо, грязными руками вот так вот ляпают. Я всегда за ручки беру. Ну, короче, мне еще тут мыть. Ну, после мастера так и так придется мыть. И, конечно, в пакетик. Вчера у него, кстати, вот это все очень громко упало. Я вообще думала, что я где-то стекло забыла убрать, стеклянные стаканы, думала, что они разбились, потому что грохот был нереальный, правда. А, здесь, кстати, смотрите, бананы. Это два одинаковых банана. Эти были тоже в мешке. Короче, бананы, смотрите, в мешке в таком хранятся дольше. Им вот они лежат неделю, ровно неделю лежат. А эти вот я из мешка вытащила, смотрите, какие они стали. Эти я тоже хотела, но подумала, ладно, пускай пока лежат в мешке. Тут соки, все это я буду убирать сегодня. Розетки. Вилки. На улице 25 градусов. Холодно. Но сейчас я пойду чуть-чуть с вами прогуляемся. Сколько мы уже? 8 минут. Ну, вот как я так болтаю 8 минут, а? Вот у всех нормально все получается, у меня не получается. Пройдемся с вами, и потом я хочу зайти в магазин, купить себе продукты, потому что готовить я не смогу. Надо что-то такое купить. Дима не будет сегодня, не будет завтра. И, по-моему, только послезавтра вечером я его забираю. То есть у меня 2,5 дня есть для отдыха. Но сегодня я поспала, так классно полежала, посидела, поковырялась. То, чего не хватает уже многие-многие годы. С того момента, как появился ребенок, какого-то спокойствия, ковыряния. В чем-то посидеть, просто прессовать. Кстати, я там прессовала, но я вечером вам покажу. И как они так сидят? Хотела заснять, они взлетели, смотрите. Все подлетали. Поснимал, называется. Thank you.
Я дома. Ой, блин, походила, погуляла. Смотрите, целый рюкзак принесла. А, губки не поместились. Кстати, мне очень понравился. Где-то в районе 50 рублей стоит. И давайте посмотрим, что же у меня в рюкзаке. Купила я много. Готовить, конечно же, мне негде, как вы видите, да? То есть у меня только мультиварка. Хотела купить сосиски, но их нужно отваривать, потому что без микроволновки я не очень люблю. Вот, но не купила, да. Так, здесь я сразу скажу, взяла я еще пиво. Что-то мне по выходным в последнее время, сейчас я его беру. Сразу. Вот, хотела взять пивасика себе, я пью только Жигулевское, очень сильно люблю. Вот, хотела в металлических баночках, но их почему-то нету. Я не помню, видела я вообще хоть раз или нет. Ну, там оно за кадром остается. Так, пиво я себе взяла, чипсы, и у меня осталась сырная нарезка. Мы с вами покупали в прошлые выходные. Так, купила я... Так, это что такое сверху у меня? А, наклейки. Такие. Сюда уберем. Так, купила я салатики. Это мне на неделю. Так, кап, кур, кар, чего. Блин. Салат из кап, хоп, кур, ананас. Короче, не знаю, что там за салат. У меня должен быть один какой-то из копченой куриной грудки, оливье и под шубой. Вот еще один. Так, здесь что? А, вот оливье, а там, значит, куриная грудка. Салат под шубой, блин, такой огромный она. Забрала остатки. Начали брать, начали покупать. Так, салат у меня вышел 142 рубля, 71 и 112. Вот. Так, чек Перекрестка. Дали мне 1500 с этой штучкой наконец-то. Так, с 20 по 28 февраля я должна купить на 1500, что ли? Блин, так дорого. 1500 я уже не наберу, конечно. Так, купил такую себе булочку. Это десерт. Не знаю, там сколько она вышла. Такую. Это мне на неделю. Так, булочки я купила. Хотела сделать сама. Я обычно делаю сама такие йогурты. Но там нужно, чтобы молоко было свежее. А свежее оно будет, видимо, числа 25-26 только приедет. А сегодня 21. То есть не получается у меня. Вот, пришлось купить такой йогурт. Ни разу не пробовала. В принципе, никогда их не покупаю. Ну, блин, состав здесь, конечно, оставляет желать лучшего. Так, взяла творожный десерт. Это тоже мне с растительным жиром. Короче, такое вот, чтобы его развернул, не пачкая тарелку, съел и все. Потому что мыть посуду в ванной, это ужасно, народ, честно. Я мыла одно время, знаю. Тут, кстати, 41, по-моему, стоит. А вот это около 49, что ли, как-то так. Чуть-чуть подороже. Ай, убегает. Так, здесь что у нас? А, слушайте, здесь состав лучше. 10 рублей разница, и состав вот тут гораздо лучше. Там оставалось, кстати, еще две штуки. Наверное, я их заберу, потому что у них срок годности до 8 марта. Я думаю, до 8 марта я их съем. Вот. Надо взять еще. Они сытненькие, их как раз можно съесть на обед, потому что готовить, не знаю, буду я готовить или нет. Так, ну и взяла, конечно, чебуреки. Очень их люблю. Один 100 рублей стоит, поджаристые. Ну, там уже они, видимо, утрешние, может быть, вчерашние. Оставалось чуть-чуть. Так, что? И все. Ну, то есть, вот, смотрите, мой набор. Ой, сейчас. Продуктов. Такой вот. Салаты, вот они плохо видны здесь. Другую постелила на 800 рублей плюс пиво. Так, сколько? 837. Пиво стоило где-то 140 рублей полторушка. Ну, оно Жигулевское. Жигулевское мне нравится. Я помню... Так, сейчас я на себя переведу камеру.
Ай, какой классный фон. Я помню, ребенком была, у нас всегда было дома пиво, ящики пива целые были, Жигулевского, но это был где-то 90-е года как раз. У нас были целые ящики пива, всегда стояли дома у бабули. Вот, и я помню, как дедуля доставал бутылочку Жигулевского пива, такую стеклянную, открывал, подзывал меня. Тогда мне было, наверное, где-то около 5 лет, 6, 5, 6, 4, 5, 6, где-то вот так, я сейчас не помню даже. Вот, подзывал меня, я помню, наливал в стаканчике где-то вот столечко этого пива, говорил, оно с витаминами, давай пей. И я помню этот такой насыщенный горький вкус, он такой был классный, мне так нравился это вот пиво. Прямо я каждый раз ждала там, когда же дедуля опять будет наливать пиво, и чуть-чуть, да, ну прям вот капельку, что там не пьянеешь. Ну, может, совсем капельку, но там действительно тогда пиво было более натуральное, чем сейчас. Вот, и поэтому мне очень нравится именно вот горькое такое пиво. А какие там другие пиво? Я даже не знаю, я никогда не пью пиво. Если там пью, то Жигулевское, либо мама покупала как-то раз еще другое пиво. Я уже забыла, какое. Я уже забыла, как оно называется. Там тоже вкус горький. Классно. Не знаю, какие пиво. Пиво еще есть горький вкус, честно говоря. Если вы знаете, напишите в комментариях. Потому что я хотела купить жестяные баночки, чтобы вот просто вот купил и убрать в шкафчик, пускай они стоят. Но я не нашла Жигулевское. Есть Жигули. Есть Жигули. Как-то раз я брала голубая. Она невкусная. Там еще написано барная. Такая фигня. Такое говно прям. Я не знаю. Ну, не пиво совсем. Вот. Ну, рука устала. Совсем не пиво. Вот. Видите, какие у меня обои шикарные. Такие классные. Мне так нравятся они. Вот сейчас я буду быстренько кушать, потому что я позавтракала очень плохо, съела одно яичко. Яйца я сварила, чтобы нам на неделю с Димочкой хватило, поэтому брать не буду. Вот. И вот еще чуть-чуть продукты. Еще, не знаю, может быть, завтра. Завтра, наверное, пойду схожу в Пятерочку. Я хотела купить наггетсы, чтобы вот так вот их разморозить, в микроволновке разогрел и все, и поел. Хотя не знаю, стоит, не стоит брать. Там звуки странные какие-то, как будто кто-то падает. Все, буду кушать. На улице очень холодно. Так, что-то я мало сегодня поснимала, но мы с вами сегодня много поболтали. Завтра у меня тоже выходной, завтра мы с вами тоже, наверное, куда-нибудь пойдем. Завтра придет еще мастер. Вот, с утра должен прийти, и потом мы с вами пойдем гулять, не знаю пока куда, не знаю пока что, как, может быть, Женька куда-нибудь пригласит, я очень надеюсь, потому что я очень хочу попасть в KFC, я хочу поесть картошку фри. Что ж такое за звуки? Картошку фри хочу поесть, и я хотела с вами сходить в прошлые выходные, но у меня не получилось. Почему же не получилось? Почему-то там не получилось, не помню, короче. Может быть, завтра, может быть, нет. Не знаю, посмотрим, короче. Все, буду сейчас кушать. Ням-ням-ням-ням. Кушать хочу.